Итак, дорогие друзья, приветствую. Компания «Крупмонтаж», Мороз Алексей. Видео, которое вы сейчас увидите, посвящено, я просто не могу не выложить его, значит, одному человеку, которому уже 84 года, и как он любит свою «Волгу» 24-ку. Это стоит посмотреть. Вот «Волгами» я занимаюсь. 53 года, не хотите? Это третья, 53, все, 21, 11 лет, 24, 9 лет, 25, а это 34, понял? Какого года? 34, это 82. 82, это агрегат, который прошел рымовой и Западную Украину, 34 года до Западной Украины. Лопата, троп, фал, все тут так-то, два домкрата и все остальные, насосы. Смотри, веревка, лопата, все. Все. Топор. И никогда не вынимается. Есть и топор. Есть, конечно, есть. И топор. Ого. Маленький, конечно. Не, и ни одной ржавчины. Да? Есть немножко. Ну, спасено все. Родная краска. Бабы в намордниках в Чехове на Гурковском автозаводе, где я присутствовал. Вот так. Вот это микрослой. Тут грунта нет под этой краской. Не хотите? Вот что делается. И оно сохранено. Не с кем говорить и не с кем соревноваться. И вообще всех нахрен. Отличные доли. И все в сторону. А весь инструмент. А вот вы стоите. А вот притирочная плита. А что? А там вместо диска, вместо ведомого диска еще диски. А почему это? А потому. А почему это вот это вот? А почему? Опа. Значит, бронепоезд наш стоит на запасном пути. Конечно. Да? Да. Это агрегат. Прошел рынок. Вот я прошел, вот Олег знает, прошел. Вот дальше всегда удивляюсь. Говорю, знаете, сибирские дела, дальше Тюмени нет. Каждый отпуск посвящался автопутешествию. Вот говорю, между Екатеринбургом и Челябинском шокирован был. 211 километров асфальта. В те времена, 60-е годы. Как? А до Горького, Чебоксар, Казани только доплыть. Пермь. Казань, 600 километров бездорожья, не хотите? А то так, да. Я рассказал. А там вот Олег знает, знаете, все, Львов, Ивано-Франковск, Тернополь, все это, тянет Киев, не считает. А Житомиры, а Закарпатье, а Три Перевала, тут приезжают, вы знаете, вот такие пацаны тоже. И, значит, тут Мукачевский перевал, я слушаю. И говорю, дорогой ты мой, ты где живешь? В Хусте? В Хусте. Рахов, Хусат, Карпаты, 200, гора называется Гаверла, она в Рахове. Ага. Так вот, чему разговор? Покачайте. Ну и соответствующий. А говорю, дорогой мой, нет Мукачевского перевала. Есть Вышковский, есть Верецкий, есть Яблоницкий. Три Закарпатьев на Прикарпатье. Понял? А ты, говорю, там живешь и не знаешь. А дед понимает, все знает. И знает все там города, и Берегово, и Виноградово, и ЧОП то самый, что на Венгрию пошел. Да. Конечно, как же. Так. Да. Ну, если будем работать, нам будете рабочим рассказывать. Да. Вот этот хром. Почем это самое? Родной. В Египте кукуруза, а в Одессе рубероид. Родной хром. Вот он только нужен, надо просто его помыть хорошо. А у меня рабочие четверки есть, 2000-х годов уже все в цвете. Так вот, внутри, само собой, это, конечно, с первых дней, первого нержавейка, с первого дня. Даже это... вот тут нержавейка на номере, поняли? И нержавея, да, 82-го года, 82-го. И ни одной ржавчины. Никакой. А значит, вот к чему разговор, значит, вот здесь черная полоса, вот отсюда, 16 болтиков вставлено в эту резину. Если я все это оставить, как вот у деда, вот кнопочки, ну, брызговички, где-то модный человек. Вы гляньте, а вон две кнопки, и вот две кнопки. Mm-hmm. Это что, до красоты, что ли? Нет, дорогие. Потому что там железяка, вот здесь черная, 16 болтиков. Вставлена нержавеющая полоса, вставлена 16 болтиков. 6 шаг 1, конечно. Так, ладно. Как вас по отчеству? Меня Виктор Георгиевич. Виктор Георгиевич. Мне 84 года. 84? Да. Хорошо. Ну, а тогда почему у вас на доме трещина? Трещина? Да. Это специалисты, понимаешь, были. По машинам я понял. Вы это самое, это ваша больная тема. Я вам все расскажу. Да. А в доме трещина-то? Что ж такое? Сейчас я по дому начну вопросы задавать. Я не знаю, вот по дому я сдаюсь. Да? Вот то-то же. Его в свое время ложили, у нас же внутри складывали блок, в кучу, соответственно,
И соответственно, вот только тяжелейший трак с первого дня. Да. Выхлопной трак. Для того, чтобы хром жил, нужно поэтому хотя бы раз в квартал его обязательно поэтому протирать его аспиридом или керосином. Или всех нахрен. Это все. Вы скажите, вы... Партбилет у вас сохранился? У меня нет его. Нет, нету? Я был партизан. Партизан? Ну хорошо, дай бог вам здоровья. Молодцы. Смотрю, с утра снежок почистили, да, по-хозяйски? А это только на мне. На вас. Ну, молодец. Я и детдом прошел, Оренбургские степи. Меня дед воспитывал с 1864 года. И знаете, для здоровья размяться с утра. Саманная хата, вы тут щель видите, саманные хаты. Но саманные хаты это на юге где-то. Теплые нет, это Оренбургские. Оренбургские? Дела, это вот да. На Украине, в Краснодарский край. Ну да, солома. И засученные штаны вот сюда, и вокруг все топчутся. Значит, перемешивают. Могу двигатель показать, упадете нахрен. Тут несколько. Вот я вам скажу, парни. Да. Западная Украина, значит, Львовская, Ивано-Франковская, Тернопольская, непререкаемый авторитет. За 34 года прожили. Вот. Все родное. Там на улицу, да, можно? Да, вот иду. Пойдем. Да ну-ка. А вот так, и нахрен, понял? Ух ты. Все родное. Включая этикетку. Никогда тут ничего, аккумулятор, конечно, по-моему, четвертый. А остальное, вот оно, все родное, ни хрена, и ничего. Но это снятие всех крыльев бесконечных. Вот, Вась, ну, делали же люди, да, представляете? И на экспортные шли Волги, и, да. Блин, пол Европы, вот, восточный, на Волгах есть. Сколько места свободного. Я сюда залажу и улыбаюсь, вот сюда собрал, уже начинаю тут заниматься. Смотри, не масло, все чисто, да? Ни потеков, ничего. 37 точек с давлением. Под мостом 11.